Детское радио представляет. Буквоед. Остап, Остап, смотри, какой у меня бантик на хвостике. А еще у меня есть бусы. Смотри, какие красивые, коралловые. Угу. Остап, Остап. Мурр. Сима, не кричи, пожалуйста. Ты видишь, я читаю статью про вулканы. Ты, кстати, уроки сделала? Я давно их сделала, а ты все читаешь. Мне вон тетя Зоя бусы подарила, а ты даже не обратил на них внимания. Пи! Почему же? Обратил. И даже подумал о том, что с лингвистической точки зрения между вулканом и твоими бусами есть кое-что общее. Это у тебя, Сима, помутнение рассудка по причине твоей безграмотности. Ты лучше подумай хорошенько, что между вулканом и бусами может быть общего? Ничего не может быть! Бусы — это украшение, которое носят на шее, а вулкан — это дырка в земной коре, через которую выливается раскаленная лава. Более или менее так. А известно ли тебе, как вулкан устроен? А известно ли тебе, что на дне кратера находится жерло, по которому и поступает на поверхность лава? Ну да, но я все равно не пойму, при чем тут бусы. Пи! При том, Сима, что жерло — это буквально то, чем глотают или жрут. Наверняка ты знаешь такое грубое и некрасивое выражение. От него путем чередование согласных и произошло известное тебе слово «горло». Остап, ты мне про бусы обещал рассказать. Как еще называют бусы, Сима? Колье? Ожерелье, Сима. То есть то, что носят вокруг жерла или горла. Которое есть и у мышки, и у вулкана. Молодец. Потому что жерло вулкана — это такой вертикальный канал, который соединяет очаг вулкана с поверхностью Земли, где жерло оканчивается кратером. Почти так же устроены горло и рот у нас с тобой.